Всем привет, дорогие друзья, какой чудесный, расчудесный день. Сегодня у меня короткий день, а это вдвойне просто чудесно. Поэтому, я думаю, долго не мусолить, мы начинаем этот влог. Паркую скейт, по дороге встретил Егора. В общем-то, начинаем прекрасный день. Самый популярный вопрос вчера был, точнее, комментарий, 300 лайков, откуда приехали ребята. У Марка родители, один родитель из Украины, второй из России, правильно, да. А Марк уже здесь родился. Они его еще называют Fake Russian, потому что он не говорит по-русскому. А Егор, у Егора родители из Украины, но он тоже родился здесь, правильно? No, я родился в Киеве. А, я забыл, в Киеве выходит родился? Родился, а потом через два месяца я еще был очень маленький, переехал в Америку. Я там почти не жил. С Эндрю вообще интересная история. Вот, он с Дании, и вы посмотрите на его цвет кожи, он говорит, что все датчане слишком, ну, как белые, и не загорают. И вот все, когда загорают летом, Эндрю нет. Вот такая вот специфика. И он всегда слишком белый. Поэтому его нельзя будет назвать, как черные называют друг друга. Что ты будешь делать на Senior Project? Что там? А, граффити. В общем-то, вы должны на Senior Project придумать что-то и сделать, что у вас хорошо получается. Я, скорее всего, типа как мини-фильм сниму. Я уже все придумал, хоть это будет и в следующем году. И надо доказательства показать, рассказать. И вот Егор хочет сделать граффити. И будет найс. Да. Эндрю, ты очень долго ничего не говорил. Скажи что-то. Немного колбаса. Джастин. I ride skateboard. Смотрите, а здесь ребята чинят. Вот у них есть машины Prius, я знаю, они еще с прошлого года ковыряют. Вон какую-то Subaru вроде бы купили. Это называется Metal Shop. Но Егор говорит, что он скучный, да? Ну то есть не интересно. Очень ужасно скучно. Первый год ты даже ничего не делаешь с машиной. А, может, просто выглядит весело, что там мотор перебираете, чините что-то. Если возьмешь класс где-то три раза... Йо, три года подряд. Да, тогда будешь уже с машинами работать. А первый год там ничего ты не делаешь. Так, сегодня короткий день, я думаю, я сейчас полтора часа позанимаюсь какими-то своими делами, и после этого, так как у меня выходит час свободный оказался, после этого ребята должны пойти на работу вроде бы, но они говорят, что им там вообще типа мало, и после этого встретимся куда-то, пойдем в интересное какое-то место. Завтра же, кстати, идем на американский футбол, а сегодня, я думаю, мы что-то придумаем, кроме батутов, потому что по комментариям видно, что батуты вас задолбали. Все, созвонились с Никитой, сейчас еду, подумаю еще над монтажером, решил одно видео сделать сам, он только что смонтировал, чтобы вам прям понравилось, зашло, будем что-то думать, что делать с монтажером, потому что предыдущий, очевидно, вам не нравится его стиль монтажа, а стиль монтажа очень тяжело изменить, ну, как бы, само по себе, потому что есть определенный, как отпечаток пальца, поэтому, если вам не нравится, что же я могу поделать, придется что-то с этим решать. Сейчас едем, маме что-то в магазине надо помочь, и после этого меня мама чуть ближе подкинет к Никите, поэтому, по сути, тоже время, чтобы я на скейте ехал, только у меня сейчас зарядки будет побольше. Уже договорились встретиться в Старбаксе, Никита уже попер в Старбакс, что интересно, поэтому, я не знаю, минут 30-40 нас с Рувимом будет ждать. Рувим тоже там что-то закончил работу такого плана и едет. Смотрите, мастерство парковки не знает границ. Прям по линиям, красота просто вообще. Хэллоуин через сколько, 1.5-2 месяца уже вовсю готовятся. Там целые ряды уже подготовили. Прикольные разные штуки. Можно будет дом украсить в этом. Все, по-быстренькому справились в магазине. Сделали, точнее не сделали все, что нужно. Оказывается, надо позвонить еще на какую-то горячую линию. Они в магазине ничего сделать не могут. Мама меня, по идее, подбросит. Точнее, сам себя подброшу. Встретились с ребятами в Старбаксе. Никита ж вчера подобрали MacBook. Сейчас будем устанавливать ему Final Cut и все, что нужно. Слушай, замонтируй, пожалуйста, чтобы яблоко... Откуси. Я, короче, только что ехал, и знаешь, крайняя линия, которая поворачивает, она, короче, с этой крайней линии сразу через три полосы в последнюю самую. Бывает. А у меня зеленый. И я поворачиваю направо, и она едет. Ну, я как-то увернулся, и она поздно увидела. И мы, короче, близко были. Мама аж волноваться начала. Никита, я тебе товар привез, ты просил вчера. Никита еще не купил переходник. У меня еще, кстати, самый быстрый адаптер в мире, Samsung, заказывал. Короче, подключайся. На Амазоне можно заказать, работает отлично. Я могу ссылку скинуть. Итак, смотрим момент истины. Все ли я правильно сделал? Верифицирует сейчас Final Cut.
ты готов монтировать видео? Ну тогда ты уже не отделаешься, на днях жду видео. По непонятной причине оно не хочет открывать. Никита говорит, у него так же, но сейчас мы что-то решим. Я выключил интернет, потому что порой оно с интернетом не работает. А, у меня еще есть идея, у меня как-то было такое, я тебе сейчас покажу, что делать. Смотрите, я все понял, как сделать через минуту. Сейчас будешь ты летать на Final Cut. Рувим все еще таит надежду, что сможет как-то бесплатно поменять экран на моем макбуке. Мне даже не обязательно его бесплатно менять, я просто хочу сделать очень большую скидку, как всегда. А я пытаюсь, читаю форумы, сейчас переустановим, должно сейчас с этого раза все работать, через терминал работаем, отменили функцию карантина, сейчас все будет. То, подожди, это Дима рассказывал, что... Кто там? А, Дима рассказывал про то, что Диме прислали письмо, да? Он, получается, он скачал программу себе в торренте и забыл как бы удалить это из раздачи, понял? Типа, ага. Из-за этого ему пришло, позвонили с предупреждением. Наверное, слишком большой трафик прошел, он уже похож на большую рыбку. Никита, рассказывай, ты откуда? Я I'm from Russia, Сибири. В 5 лет приехал в Москву, короче, наполовину молдаван, там какая-то часть татарин. 15... А сюда когда? 15 лет приехал в Америку. Это сколько? 2-1.5? Ну, 1.5 года. В апреле будет 2 года. А Рувим пока говорит, откуда Рувим? Рувим из Узбекистана, там во сколько-то лет приехал в Самару, в Россию. И тоже где-то Ташкенте года 2. Да, и года 2 назад он тоже в Америку приехал. Мы практически с ним наравне чем. В одном самолете летели? Ну нет, ну все же. Короче, хорошие времена у нас были. Итак, я тут нахимичил у Никиты, смотрим результат. Я надеюсь, он будет абсолютно положительным, так сказать. Никита, слышишь? С тебя бутылка сока. Что, зашел? Зашел, смотри. Смотри, новый, последнее обновление. Можно тебя в щеку поцеловать? Да? Нет. Что с меня? Не надо. Что с меня? Бутылка сока. Смотрите, погнали помидоры по полю. Уже фотошоп устанавливается. Последняя версия 2019 года. Обложки просто вообще вот такие. Смотри, на обложку поставишь. В общем-то, это узнала только что подписчица, но она очень хорошо говорит на английском и пыталась замаскироваться, да? Сколько, лет 20? 25. 25 дашь? Они вдвоем стоят с открытым телефоном, одна другая показывает, типа... Твой канал, я еще на нас так посмотрю. Так, вот что у них, я меня, ребята, пока. Все, едем к Никите, оставим макбук и поедем кататься. Приехали в те самые русские апартменты. Вон Никита пошел домой, смотрите, как я умею. Сейчас свой пультик к его скейту подключу и буду играться. Никита, прости. Смотрите, какая засада. Мой полицейский фонарь сломался, красный теперь не горит. К сожалению, вот видите. Видишь, то есть насколько палевно. Ночью прям вообще реально полицейская тема. Валим, 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 валим на гелике. В общем-то, мне к ребятам ехать, ну там очень долго, вы знаете, буквально 15 километров. И совсем недалеко, примерно еще километров 7-8 отсюда находится место, где я раньше жил первые, наверное, 1.5 года в Америке. Там сейчас живет, кстати, Вова. И там вы не представляете чердак. Я думаю, вы все знаете канал. В последнем видео показывал это место. Прикол, сейчас туда съездим. Как раз вам покажем. Я думаю, это интересный контент. Смотри, стебется. Все с камерами, и он тоже. Как-то совершенно неожиданно у ребят почти ничего не заряжено. Придется еще на обратно. Ну, все заряжено, просто странно. Я туда и обратно доеду. Мы заряжались вместе, а как-то непонятно. А вы вроде как и не доедете. Стоп, стоп, Рувим! Какие воспоминания! Здесь я записывался в свою первую школу. Здесь я сдавал тесты на знание английского. Здесь я сдавал одну прививку, которую не делают в Украине, но делают в Америке. Здесь происходило. Смотри, такого, когда я здесь жил, не было. При Собянине все стало лучше. За последние 10 лет парк Горького... Где Горький? Никит, хочешь очень смешную историю? То есть мы уже почти приехали. Смотри в этот дом. В общем-то, на гаражных распродажах, знаешь, выставляют все на улицу. Все вот здесь вот выставил, все добро, ты которое у него есть. Да, много всякого добра. И я Сереже говорю, а мы там чуть дальше жили. И я говорю, типа, давай придем, наберем добра. А оно, типа, все бесплатно, как положено в Америке. Вот. И мы приходим, настолько обнаглели, что взяли тележку его же, который кирпичи возит. И в эту же тележку нагрузили всякого барахла. Всего там, что могло понадобиться. Даже домкрат засунули. И, короче, мы уже начали идти, и бежит с голым торсом мужик. Я думаю, ну, сумасшедший, это же Америка. И, короче, его жена выезжает отсюда, кстати, на той же Алтиме 2 года назад, 2.5. И, короче, чуть ли не в дрифте заезжает на бровку. И они, короче, типа, что такое происходит? Что вы тырите наше добро? Сереж такой стоит, не понимает.
я тоже стою, не понимаю. Да, они думали, что мы хотим стырить. Но мы вернули все, извинились, мы не поняли, потому что они прям сюда, прям на улицу выставили. А, они просто решили. Но они решили почему-то просто вот типа разбросать. То есть странно вообще. Представляете, сколько там влогов было снято. Это та самая бургерная, в которой я тоже периодически снимал. Ох, воспоминания, воспоминания. Поехали. Здесь столько видео было снято, ты не представляешь. Прям вот здесь вот сейчас покажу. Здесь было снято, не знаю, 2 видео или даже 3 видео. Одно видео миллионник тут было снято. Там было снято видео, которое в итоге набрало 3,5 или 3,2 миллиона. Нет, нет, эти чуть дальше, вон те. Вот так вот. Вот они апартменты, вот они. Кстати, сюда вот чердак привозил, отдавал каким-то новым заселенцам сюда, потому что здесь достаточно много квартир. Трак. Трака желтого не видно, может уже продали, потому что, ну, чердак когда 2-3 недели назад снимал, быстренько они продали. Я хочу сейчас позвонить Вове, сказать выглянуть. А где он? Я вам сейчас реликвию покажу, я баллончиком писал пай здесь когда-то. Реликвия, раньше здесь не было вот этих всех кустов. Видите, написано пай и подчеркнуто, когда-то 2 года назад писал. И... Ну вот, видишь пай? А, да. Прикольно, да? Давай мы Никиты уберем все вот эти растения и покажем. Ну мы когда-то их подстригли прямо, и я написал. Короче, позвонили Вове, сейчас он должен выйти. Отлично. Позитивный результат, так сказать. А, мы когда переезжали, мы диван выносили через окно, на крыльцо и сюда. Привет. Что, работает скейт? Мы далеко сейчас не уедем, нам заряжать. Мы все разряженные, мы к тебе ехали. Вова пытается починить скейт. Так не мозги, батарею бить надо. О, 2,5, почти как у нас всех, мы все разряженные. Работает. Все, не работает. 65, смотри, заряжается на ходу, потряси еще. Все, нормально. Короче, он снова не работает у Вовы. Сейчас попробуем оживить. А, у меня есть ключ отвертки. Все, сейчас раскрутим, посмотрим, что у него. Вы посмотрите, как я починил. Да, смотрите, смотрите. Работает, Данил работает. Открыл. Починил, а, починил. Короче, Данил, вся сейчас. Я разъем тебе продул. Во! На самом деле, на самом деле. Все, Рувим сошел с дистанции. Ребята уже за друг друга толкаются. До светофора доедут, и Рувим пешком. Мы полпути до Starbucks доехали. О, у меня скейт разряжается. Мы планировали заряжаться еще минут 30-40, а оказалось, что они закрываются. Обычно Starbucks, те, которые ночные, до 9, а эти до 8. Вот засада, конечно. Ребята, попрощались с Вовой. Вова уехал домой, у него немного заряда. Мы еще в Dutch Bros заедем. Это как раз мне по дороге домой. И буду тулить. Я надеюсь, я доеду. Нам осталось меньше километра, у Никиты совсем мало, я тоже домой походу не доезжаю, надо зарядиться. И у Рувим уже прям совсем идет пешочком, короче. Сейчас решим, ну то есть меньше километра, вон он где-то вдали, его можно видеть, но мы не доезжаем. А если Рувим будет на таком ездить, как полуразряженном, он может просто отключиться в какой-то момент. И Рувим как на одноколесном велосипеде придется ехать. Ух, еле добрались, там вот смотрите, мы сейчас их зацепим замками. И там на противоположной, вон, через пешеход переход. Dutch Bros, там сегодня куча наших, мы пойдем поговорим тут, пока они зарядятся, потому что, ну, я категорически не доезжаю домой. А ребята из чувства уважения, ну, я с ними берем сейчас что-то здесь поесть, чтобы было культурно, потому что мы у них электричество тянем, надо взять что-то, не знаю, сейчас они смотрят, какие акции, скидки, вкусное может что-то есть, потому что мы здесь первый раз. Что, ребята, как вам луизианская курочка, вот как-то так она называется? Круто, реально? Chick-fil-A отдыхает. Я реально думал, ну, то есть какая-то отстой, потому что обычно в таких этих... Мы как-то, я помню, ездили по Калифорнии, были в путешествии, и заехали в какое-то куриное заведение, там настолько был отстой, там никто практически не мог есть, то есть непонятно. И там и цены были, ну, как бы, как за нормальную еду, но там любой вид курицы был испорчен настолько, что казалось, что он там, не знаю, месяц в холодильнике хранился, понимаешь? А вот это вкусное, говоришь, да? Никита, но она сказала, что под нашу ответственность, если тырят, то тырят. Бежать, ну как, недалеко относительно. Что Серый говорит? Серый через 15 минут приедет. Их столько понаприезжало, потому что служение церкви закончилось. Я видел, как машины выезжали. О, выхлопами хвастаются. Много сегодня? В церкви похвастайся. Ха-ха, шутник. У нас сегодня неравный бой, потому что больше американцев, чем русских. Обычно наоборот. Да, ну ты посмотри. Вы уверены, что это русские? Все на английском говорят. Я знаю, что это русские. Уверен? Я знаю, что это русские, но они американцы. Объяснил, серьезно? Они русские, но они американцы. Да, они говорят хорошо по-английски, чем на русский, но они русские. Вот это поворот. Да, ну... Вон полиция, кстати, когда приезжает полиция, все напрягаются, потому что именно здесь порой палят, например, людей там с Нитро, рассказывали нам, что спалили, и сразу увозят, такого плана. Да? Какой план? Говорю, все боятся полиции сразу. Я не боюсь.
Ну, ты на велике. Смотрите, сегодня народу настолько много, что в два ряда машины становятся. Сейчас уже третий начинает подъезжать. Вон там уже, например, что там, Nissan какой-то. Говорят, что полицейский может сейчас разгонять там тех, кто неправильно припарковался и так далее. Вот Будда бы не здесь, лик припарковался. С ребятами попрощались, там уже особо нечего было делать, поэтому еду прямиком домой крутить вам видео. Ну что ж, друзья, на этом моменте я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, пожалуйста, и оставить комментарий. А с вами был Данил Пай. До завтрашнего влога. Всем пока-пока.